Yo, what's up? My name is Master Yon, and I'm here to introduce to you guys Green Panda Skills Booster. This is online breaking lessons and tutorials where b-boys and b-girls from all over the world will share with us the experience they got, the techniques, and the way of practicing. So it will help you to improve faster with Green Panda Skills Booster. Всем привет, это Bboy FLYING BUDDHA, команда Top 9, Ash Blast, Mighty Zulu Kings и Ground Zero. Сегодня я буду вас учить, как правильно делать веб и как правильно его тренировать. Какие главные правила исполнения веба? Их всего лишь несколько. Начнем с того, что эта позиция, одна из позиций, это позиция бэк-рока, когда ты находишься на спине. Когда ты находишься в этой позиции, ваши бедра никогда не должны лежать просто на полу. Все должны быть оторваны. Да? У вас должно быть пространство между полом и вашим тазом. Первое правило. Дальше у вас будет всего лишь 4 движения. Всегда ноги у вас одна нога согнута, одна нога прямая. Руки у вас делают движение вдоль пола. Не параллельно полу, не перпендикулярно полу. Вдоль пола, параллельно. Первое движение, которое вы будете делать, будете прыгать на ваше плечо. В моем случае это левое плечо, левая нога. Вот это ваша первая позиция. Ваша попа должна быть, ваш таз должен быть высоко. Вы не должны быть вот так. Это очень распространенная ошибка. То есть вы должны быть высоко. Дальше вы помогаете своими руками, переходите на голову. Обратите внимание, мои ноги стоят в том же положении. Я не опускаю, наверное, вниз. Моя нога до сих пор не сделала. Третье движение, вы ложитесь на второе плечо. Бум, соскальзывает. То же самое, таз наверху. Вниз не ложитесь. Он находится наверху, у вас руки здесь. Локоть помогает вам держать баланс. Если вы расслабите локоть, вы ложите вниз. То есть держим локоть, упирается в пол. И последнее движение, 4. Мы возвращаемся обратно в первую позицию. Обратите внимание, бедра я не потерял. Я их до сих пор держу. То есть я не держу, а я приземляюсь сюда. Давайте посмотрим, как это выглядит немножечко быстрее, в быстром исполнении. Первое. Всегда делайте через две ноги поначалу. То есть вы делаете так, ногой, раз, второй, один, два. Не пытайтесь сделать сразу через одну ногу. Через одну ногу это уже, ну, это сложнее. Нужно уже динамику, у вас должны хорошо, правильно руки идти. У вас должны быть сильные бедра. Вы должны помогать вкручивать и первой ногой, и второй ногой. Толкаться тазом и одновременно вкручивать руками. То есть это придет со временем. Поначалу оставайтесь в каждой позиции в районе 5 секунд. То есть вы прыгнули в первую позицию, плечо, нога, стоите 5 секунд, почувствуйте ваше положение тела, почувствуйте правильную форму. Когда вы почувствовали, что да, вот я поймал ее, переходите во второе движение, на голову. Стоите на голове, чувствуете все ваше тело. Переходите на третье движение, на плечо, вам. Стоите, тоже чувствуете. 5 секунд минимум в каждом. И потом четвертое. Бум. Обратно на спину, таз держим. Все ровненько, красивенько. И так дальше продолжаем. Первое движение, 5 секунд. Второе,
третье, четвертое. Со временем потом уменьшайте, а потом, допустим, 3 секунды стойте, потом 2 секунды, потом по 1 секунде в каждом положении, потом, когда вы уже начнете делать это быстро, и у вас появится техника исполнения, у вас будет не 4, а всего лишь 2 движения. Одно движение будет вас выводить на голову, второе движение будет вас выводить на спину. Таким образом, вы будете делать 2 тапа. Левой ногой, правой ногой. Левой ногой, 2. Раз, 2. Но это уже после. Поначалу делайте 4 движения. В каждом положении стойте 5 секунд. С вами был Bboy FLYING BUDDHA, команда Top Time. Peace!